всех приветствую. Вот, есть время для ремонта. Так, решил поменять втулки, пальцы на соединении. Подразбило уже. Будем. Приобрел втулки, пальцы. Буду выбивать. Все пальцы у меня мазались. Все нормально. Но уже последний раз менял их, наверное, лет 5-6 назад. Уже есть люфт. Откручиваем пальцы цилиндра. Все откручивается от руки, как положено. Все смазывается. Все смазки. Кардан открутил. Воздушный шланг. Так, идем с той стороны откручивать палец цилиндра. Поднял домкратом. И вот сейчас можно увидеть, как ходит палец во втулке. Пошел. Также сверху. Открутил стопора. Так, поднимаем домкратом. Надо ловить момент, когда палец освободится. Вот он. Вот он сам выходит. Оп. Вот так вот выходит нижний палец. Верхний палец похуже выходит. Пришлось приварить болт. Выбиваем втулки. Одна осталась. Остались две вот эти. Процесс идет. Так, затащили его. Ну вот, не все так гладко идет. Одна втулка сидит крепко, не выбивается, надо как-то выпрессовывать. Остальные все вышли, можно сказать, без проблем. Так, ну вот. Пальчик втулка. Чья она? Будем ставить. Так, на верхний палец запрессовали втулки. Сверху я ставлю такую самодельную, разрезанную из вот такой широкой пазы. Выпиливаю. Так, под стопора. Так, это все получается.
Ну, остальные все заводские. Так, сюда вбил, сюда надо вырезать. Так, ну вот с этой втулкой еще не занимался. Надо как-то ее оттуда доставать. Не вылазит и все. Ну вот сразу и пошла. Так, начинаем изобретать вот такую вот втулку. Это тоже самодельная. В магазине я такие не нашел. Делаю из суцельной, то есть из широкой. Разрезаю на две. И вытачиваю. Болгаркой прирезаю. Вот родные, но они слишком узкие. Получается. Ну вот, получилась такая втулочка по сравнению с родной. Такая разница. Здесь маленько поверхность побольше рабочей. Будем забивать, запрессовывать. Пошла последняя втулка. Вот и все. Так, осталось дело за малым. Пальцы. Так, в пальцах делаю такие прорези, чтобы солидол шел. Ну и все. Осталось два пальца. Кардан прикрутить. И рулевые цилиндры. Вот, трактор собран. Месте втулки поменяли, пальцы поменяли, кардан прикрутил. Так, в завершении процесса смазываем пальцы. Ну и на этом будет все. Так, хорошо промазываем. Мазута полезла и сверху полезла. Так, ну вот и нижний палец промазался, мазута полезла и снизу тоже. На этом ремонт завершен. Ставим трактор отдыхать до следующей обработки паров.